На совещании рассмотрели направление благоустройства и развития мест отдыха в городе. Ранее проведенным голосованием жители отдали предпочтение развитию набережной Десногорска. 7 февраля обсудили соответствующий проект. Были отмечены основные точки приложения усилий – это восстановление бетонного основания набережной, а также восстановление спусков к воде. Помимо этого, в планах есть зонирование территории набережной, создание парковок, пешеходных дорожек и мест отдыха. Подготовка проектно-сметной документации ожидается в ближайшее время. Также рассматривался вопрос ремонта придомовых территорий. Жители города предоставили 4 заявки на ремонт своих дворов. Первый грант, дом 1. Заявляется на ремонт проезжей части, пешеходных зон, тротуара, зона пожарного разворота. Заявки на ремонт территорий в 1, 2, 3 и 7 микрорайонах рассмотрены и утверждены. Утвержденный план благоустройства общественных территорий города. Работы проведутся на пешеходной дорожке вдоль 3 и 4 школ и в парке в 4 микрорайоне. Алекс Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.